Всем привет, меня зовут Роман Зорькин. Сегодня мы знакомимся со струнами Дадарио. Серия Pro Art Carbon на гитаре Yamaha GC22. Серия Carbon появилась около 3 лет назад, я и стал ее тоже использовать. Все струны серии ProArt проходят отбор с помощью лазера, и также используется секретная технология в изготовлении басов. В итоге получается сочетание, обладающее ярким звуком, долговечностью и одно из немаловажных качеств — очень быстрая настройка. На всех моих гитарах у меня как раз стоит карбон, причем независимо от инструмента, то есть будь то электроакустическая гитара, классическая гитара, или, допустим, Yamaha Silent гитара, которая, в принципе, она такая находится между акустической и электроакустической. Вот, эти струны прекрасно садятся на все эти инструменты, и независимо от репертуара, они позволяют прекрасно звучать любой музыке. Играть на них легко. Конкретно я использую стандартное натяжение на классической гитаре и сильное натяжение на Yamaha Silent гитаре. Хотелось бы отметить, что эти струны очень ярко звучат на сцене. Дело в том, что я играю очень много разной музыки. Если мы играем классику и тут же переходим, например, на какую-то бразильскую музыку, или же танго, или же это будет русский романс. Вот мне нравится карбон именно тем, что он позволяет мне озвучить любой стиль, в отличие, скажем, от нейлона. Важный момент струн Дадарио серии Carbon — это то, что они очень быстро вытягиваются. И вот на этой гитаре их поставили несколько часов назад, и мы играем уже. То есть мы можем на них играть, они не расстраиваются. То есть минимальная подстройка. Вплоть до того, что вот я ставлю, через несколько часов все, это уже готово к работе, к записи, к выступлению, и это огромный плюс. По поводу первой струны. Некоторые не любят карбон за, так сказать, ощущение металла в звуке. Особенно на первой струне, поскольку она самая тонкая. Ну, конкретно я ничего не могу сказать, что мне что-то такое бросилось в глаза. Меня вполне устраивает. То есть она не звучит как-то очень резко, все в балансе, все соответствует. Любите свои гитары, покупайте для них хорошие струны. Благо, что компания Дадарио обеспечивает огромный выбор на любой вкус, любые материалы, так сказать, чтобы все у вас всегда звучало здорово. Всем пока!